Здравствуйте, перед вами выступает Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Песня про края, в которых мы живем. Я в Черемхово, значит, про Черемховский край. За окном черемуха цветет, за окном деревья распустились, за окном зеленая трава и такое небо цветомилым. Есть такие края, где приятно побыть, есть такие края, где приходится жить, есть такие края, где приятно побыть, есть такие края, где приходится жить, а еще на небе светит солнце, а еще на небе за оконцем, а еще за окнами, когда вот такая вот царит весна. Есть такие края, где приятно побыть, есть такие края, где приходится жить, есть такие края, где приятно побыть, есть такие края, где приходится жить. Может, это будет Черемхово, может, это будет навсегда, может, я уеду, будет скоро, только буду помнить, как тогда. Есть такие края, где приятно побыть, есть такие края, где приходится жить, есть такие края, где приятно побыть, есть такие края, где приходится жить. За окном черемуха цветет, за окном деревья распустились, за окном зеленая трава и такое небо цветомило. Есть такие края, где приятно побыть, есть такие края, где приходится жить, есть такие края, где приятно побыть, есть такие края, где приходится жить, есть такие края.